подставочки с бисера белого. Телефоны стояли так скромненько. Один черный был или сиреневый, а другой с перламутром, чуть розовым. Говорит перламутрик с язвинкой: «Ну так что у хозяина слышно-то? Окатил ли водою из чайника? Или так поигрался и бросил? Что молчишь, притаился на полочке? Расскажи, поделись, я ж не маленький». «Понимаю, и сам умом тронулся, когда слышал его перебранники. Он на мне и орехи раскалывал, маты гнул, да еще и кручинился, мол, жена его бедолажечку на мороз да в одной-то тельняшечке». «Я б сказал тебе правду, матушку, да боюсь, что потом ты обидишься. Пригодится тебе и подставочка, что для слез из того же, из бисера. Ты пойми, наш хозяин Кручинушка вчера ночью к любовнице ринулся. Даже память о прошлом он стер вчера. Все былое ушло, в воду кануло. Теперь ночью он спит только с Галакси, прижимает ее и любуется. Она новая и прелестная. Для него-то игрушка известна нам». Замолчали они, два покинутых, и уныло головою склоненную проронили слезинки, что бисером отражались под рамой оконною. Все как в жизни. Теперь наша Галакси поменяет обновушку новую и по моде, по старой тропинушке ускорится к айфону багровому.